Сегодня поступил к нам на ремонт вот такой вот инструмент, бензопила Партнер 340S. Причина обращения следующая. Пила заводится, но нажимаешь на газ — глохнет, нажимаешь на газ — глохнет. Вот, провели первичный осмотр, никуда особо не лазили. Но так как уже довольно сильно мы знакомы с этим инструментом, много у нас с ним опыта, надо почистить сеточку вот здесь глушителя или удалить ее вообще. Вот, даже вот так если смотрим, то видно, что там уже довольно сильное загрязнение выхлопными газами. Вот, откручиваем глушитель, два болта вот эти. Тут у нас головочкой на 8 надо работать. Вот. Единственная и довольно частая проблема на вот таких вот партнерах, уже более новых, не тех, которые были раньше, а вот на таких моделях, это вот этот винт. Вот я его попробовал открутить, он, видно, может, блестит там. Он так застрял, что невозможно это сделать. В таких случаях берем вот такую вот горелочку и греем. Греем довольно сильно. Стараемся не поплавить пластик вот здесь. И греем алюминиевую вот эту часть. Прогреваем сверху, прогреваем снизу. Можно не сильно стукнуть молоточком. Только не сильно, потому что можно отломать ухо. И теперь будем пробовать. О, по чуть-чуть у нас пошло. Просто когда прогреваем фиксатор, здесь все болты сидят на фиксаторе, фиксатор, он у нас ослабляется. И мы выкручиваем. Вот он на всех тяжело выкручивается. Если его до вас никто не выкручивал, я имею в виду в мастерскую, где-то не сдавали вы, то выкручиваться будет очень тяжело. Теперь мы его снимаем, вытаскиваем сетку, и вот они, наши загрязнения. Видите, в этом случае происходит следующее: выхлопным газом просто некуда деваться, инструмент просто не может работать, потому что задыхается, не хватает ему воздуха двигателю для работы. Вот здесь, в принципе, дырочка чистая. Вот, сетку эту можно почистить, а можно и вообще выкинуть и работать без нее. Собирайте в обратном порядке и идете работать. Подписывайтесь на наш канал. Все, всем удачи, пока. Так, дорогие друзья, вот он, наш партнер 340S, на котором мы вытащили сеточку, которая была забита на глушителе и препятствовала выходу выхлопных газов. Сейчас мы произведем пуск и послушаем, появились ли обороты и мощность. Чуть-чуть прогреется пусть.
работает отлично, холостые есть, мощность есть. Подписывайтесь на наш канал.